Девочка, обнимашки. Очаровательная какая, элегантная, черная, спасибо длинное платье. Большое. Кто говорил, я не помню, кто говорил, что в гардеробе каждой женщины должна быть маленькое черное платье? Шанель. А у тебя в гардеробе длинное черное платье. Да, специально вот утром. По-моему, нормально. Да, очень хорошо. По-летнему. Очень хорошо, да. С добрым утром еще Доброе раз. Утро. Что-то пить будешь, Доброе утро. Сережа? Наш. Кофе будет вообще отлично. А что вам приготовил? Латте. Да. Латте, это с молоком, Валерия, да? Где больше здорово. Молока? Нют, ну расскажи, да. Пожалуйста, с чего начинает утро красивая, молодая, элегантная девчонка? А, на самом деле у меня утро очень такое стандартное, как и у всех. Ну, я просыпаюсь, всех ну хотя да. Я выпиваю кофе и сразу бегу по делам, я не завтракаю. Зарядка какая-нибудь? Я люблю спорт, и я хожу на TRX, растяжечку, шпагатик, и стараюсь там через это день... Вот эти веревочки, да, ты работаешь с весом своего тела. Да-да-да. Вот, без железа, без всего, и в целом стараюсь хотя бы через день ходить. И вот с утра это прям идеально, хотя бы в 10 часов. А бегаешь? Вот. Только по делам или... Только по делам, бегать вообще не люблю, прям вообще. Не очень, как-то вот это вот все. Ну, не мое. Не бегаешь и не бегаешь. Да. У тебя и так много Спасибо дел, большое. Насколько я знаю. Сейчас лето в самом разгаре. 30, да, приятного аппетита. А мне Красиво. Стаканчик воды, Сереж, будь любезен, пожалуйста. Тут да. еще какой цветочек вообще. Это для тебя. Боже, Special for you, как говорится, от нас с Сергеем. Спасибо, Сереж. 30 июня сейчас, лето в разгаре. Куда ты посоветуешь нашим телезрителям поехать? Твои любимые места в России. Я вообще обожаю Краснодарский край, потому что я сама оттуда, ну, из Ставрополя. Ага. Вот. Ставрополь, Ставрополь, да. Поэтому Сочи, Лазаревская. Мы еще любили в Абхазию чуть-чуть, вот, чуть-чуть Абхазия за границу, прям рядышком в Сочи. Прекрасное место. Я, правда, ни разу не был, да. У меня прекрасное место. Просто все время туда зовут. Все, кто там был, там очень чистое море и очень классное. Но в целом Сочи, Геленджик, Лазаревская — это места моего детства. И периодически я все равно туда возвращаюсь, потому что это прям и ностальгия, и море. Я очень люблю вообще наши... Расскажи, пожалуйста, еще про свое творчество. Что нас, твоих поклонников, ожидать в ближайшее время? Я написала песню новую. Так. «Невеста» называется. Сегодня будешь ее исполнять? Нет. Сегодня другую. Про нее расскажешь, да? Сегодня другую, да. «Невеста». Вот. Называется она. Почему «Невеста»? Почему «Невеста»? Нет, я не вижу колец, да. Ты так показываешь, я думал, может, под перчаткой, но ты не будущая невеста, в смысле, не в недалеком будущем, да? Я не знаю. Какая ты загадочная. Да, ну, тут такая история. Я верю в силы мысли. Мне кажется, что все-таки ты можешь себя запрограммировать. И эта песня, я вообще мечтала написать песню такую, которая станет частью каждой семьи и такого радостного события. И... Я прям хотела написать песню, связанную со свадьбой, чтобы каждый раз рыдать, когда меня отмечают именно на этой песне, и люди празднуют свадьбу, либо рождение детей. Ну, это просто потрясающе. Я тебе желаю, чтобы твоя песня «Невеста» звучала на каждой свадьбе. Спасибо. А сейчас можно тебя быстро попросить рассказать про тот номер, который сегодня исполнишь? Сегодня мы исполним песню, которая называется «Привет, любовь». У нас какие-то светлые прям песни получаются. Это очень здорово. Да, мы сделали этот трек в рамках шоу «По классике» с Дмитрием Маликовым и вместе с диджей-демиксером Дима. Он выступил в качестве аранжировщика этой песни, и вот как раз мы будем сегодня исполнять. Уже хотим уже услышать, поэтому мы все вместе здесь желаем тебе, Нюта, удачи. Давайте пожелаем творческой деятельности. И сегодня обязательно услышим, да? Да. Все, иди готовься, а я побегу. Спасибо. Обнимашки, помогайте нашим зрителям выигрывать миллионы. Нюта!